Нужно найти первый и второй этаж. Вот он, первый этаж. Точнее, даже не подвале. Не подвале, а первый этаж. Я думаю, его будет достаточно. Apply. Apply. Смотрим. Да, все верно. Мы видим перед собой. Совпадает по углу. Это все было выполнено, сделано благодаря работе в Photoshop. Здесь, правда, нужно будет сопоставить. Но вообще это можно даже не сопоставлять, так как мы сделали такое понятие, как текстура лог. Значит, текстура сохранилась. Если мы это сопоставили в Photoshop, мы можем просто сопоставить здесь по углам. А, нет, практически. Чуть-чуть ему не хватает, видимо. Но для того, чтобы точно сопоставить, желательно сделать так. Вы видите, я сопоставляю по этой точке. Включаю здесь редактор. Вид сверху. И постепенно двигаю. Escape. Нажал. Здесь переключился на этот редактор. Когда я переключаюсь, я переключаюсь не левой кнопкой, а переключаюсь кнопкой колесика. Кнопка колесика третья, надеюсь, она у вас есть. Не настолько стар ваш компьютер. Вышли чуть-чуть вниз. Подходим к краю. И уже по сантиметрам мы будем перемещать с вами. Вот у нас получилась максимальная точка совпадения, которую мы достигли. Итак. Уже здесь мы видим первую загвоздку. С чем она связана? С тем, что у нас не совпадает. Не совпадает размер. Это размер был небольшой брак, допущен был уже в Photoshop. Поэтому мы будем его исправлять следующим образом. 2, даже не 8,7, масштабировать вширь. Переключаемся на режим текстуры. Будем уже подгонять здесь масштаб. Можно было без Photoshop обойтись, но, конечно, хорошо, когда заранее. Ой. Да, мы видим. Происходит. Так как мы закрепили текстуру, чтобы ее подвинуть, мы не можем воспользоваться функциями Shift, X, Y. Нам просто ее придется двигать в обыкновенном редакторе. То есть таким образом. Указатели можно двигать только тогда, когда нет понятия закрепления текстуры лог. То есть если мы ее сейчас отключим, то у нас вот эта вся текстура убежит. Вы понимаете, я думаю. Ладно. Сейчас мы уже додвинули ее в необходимое положение. Смотрим на совпадение. Да, у нас практически полностью совпадает. Может быть, чуть-чуть еще нужно будет подвинуть. Здесь. Итак, перемещаемся в режим. Так как они здесь совпадают уже. Единственное, что нам нужно, это двигать объект. Здесь мы его поширение совместим. Чтобы... И уже на основании этой линии мы будем двигать его. В эту линию. Вернем текстуру. Да. Итак, что у нас получилось?
У нас доделан последний. F12. У нас получилось три вида объекта со всех сторон. Следующим этапом будет построение трехмерной модели. Итак, первый урок закончен. Благодарю за внимание. Надеюсь, что было интересно. Сохраним это все. Файл сохранить как. Здесь мы создаем папку. Назовем, предположим, папку. Object. My project. Назовем ее так. Мой проект. My project. И в ней уже как раз в папочке это будет объектом номер один, над которым мы будем работать постепенно. Объект первый. Все, сохраняем. Благодарю за внимание.